Последняя камера в семье. А из-за камеры. Да, да, пофиг, Олежек, блин, утонет. Мусора! Так, Ниву вытащили на твердое. Да, сегодня тут по-взрослому все. Только по краям могут. У вас едет. Не помню, надо посмотреть. Что там, помогла моя вода? Да. Нива что-то немного подводит сегодня. Шланг на редукторе. Верхний самый шланг на редукторе. А можете еще, кто свободен, подойти вот так, стать с умным видом рядом с Нивой и вот так протянуть руку все, чтобы будет нормальный кадр. Да, подходите, не стесняйтесь, тут есть еще люди. И тех позовите тоже вдалеке. Она и греется, потому что... Шайсе! Ну что, погнали. Допрыгну или нет? Тут можно пешком пройти, блин. Так, Вова. Вова в объезде. Это не каждый день бывает такое. А не, он тянет Ниву. Он беленькую тянет. Да. Надо беленькой прямо колеса поставить, его и легче будет, ну. Так, Нивы опять в центре внимания. Там две и тут две. Ромыч, Ромыч, сейчас я помогу, подожди. На кусок УАЗа, блин, и все. Сейчас все пройдет. Я бородачу с утра вот такой большой ему, правда, дал кусок. Видели, как едет? Нигде не застрял. Да? В ГРМ? В ГРМ ремень? Еще головку перебирали, да? Он что-то ляпает. Это прям с радиатора. Ромыч, на лечебную часть от этого. От УАЗа. Видел, как у него мох поехал, когда я тебе порчу снял? Так, ну, весело тут. Опустил фару, вот так стояла, водичка пошла. Нормально. Так, ну пока, пока стоим. Не, ну это серьезный боец. Круто, да? Я вам говорю, это, блин, самый жесткий вообще. Пока не проедет по следам у Немога, не успокоится, блин. Так он на них разворачивается на следах. Можно продать ее. Вот это дает. С бородач. Бородач, гляньте, как заметался. Я говорю, сейчас прыжок будет, как в Демидове. Блин. Да подожди, я патрол хотел, и вообще шел снять патрол.
Блин. Это человеку полтос. А, слышишь? Не... написал, говорит, доживу до ваших лет, буду так же зажигать. Слышишь? С крыши надо было прыгать. Ты же с крыши я прыгал. С капота лоханулся. А, давай, передаешь, я говорю. Короче, вот такое с моей рукой произошло сейчас. Сейчас покажу. Доехать на оффроуд этой рукой. Сюда, мужик! Ко мне едь! Вот, блин, как-то... Ну, сзади я хоть сухой там, да? Сзади нормально. Главное, зад уцелел. Разворачивайся, не выводил. Я? Ты зацепил за то дерево, и ты смотришь, вот. Разверну. Смотри, что Макс. Идем к Максу. Освобождает патрулю дорогу просто. Нормально. Даже без понижения пока. Я имею в виду кит в раздатку. Сейчас все поедем. Раскачивают сюда. Ё-моё. Так, патрол. Патрол. Я прыгал же тебя снять, блин, и упал, блин. Чуть не упал. Ну, красиво сегодня. Тут и танкам бы понравилось, я думаю. Макса колея. А? Это Ромка, наверное, ехал. Это след от его машины. Где, где? А вот, вот, точно. Это Нива, думаешь? Если аккуратно повынимаешься. Подожди, вон Макс поехал. Блин, клиренс сумасшедший, ты понял, что он едет? Если аккуратно повынимать, можно черепицу сразу делать. Если повынимать аккуратно? Видишь, оно на черепицу похоже, монах и монашка. Так, это патрол. Если руляку скинет, блин, это будет, конечно. Это будет пожестче, это не Ниву. Ну да, дизеля рулят. Не, ну, а, Сильвера у тебя сегодня? А прошлый раз не было ж, да? Днем, да. Не, прошлый раз проком были. А это? Что-то я хотел спросить. А передний есть блок? Нет, задний родной, да? Стопроцентно? Понял. Да, красиво. Красиво. Макс, а ты не видел воду где-то взять? Надо руку помыть. Оффроудную руку помыть. Возьми, там немного осталось. Наконец он не мог. Показал то, что может. Так, нашел я. Нашел пилота. Только руль! Серега! Серега, руль вправо! Вправо руль! Давай! Передняя вперед! Пилота нашел! Подожди, Вова, отъедет. Давай. Первый раз в мегауазе сразу кого-то тащит человек. Еще что тащит, что? Что сам едет. О, тут сейчас будет интереснее. Короче, Нивы любой покатухе придают. Саня, говорю, Нивы любой покатухе придают смысл какой-то, да? Да. И тут Нива, Ниву. Блин, что происходит? Короче, все Нивы на веревках, кроме одной, да? Ну, красиво смотрится машина. Так, Макс сам, патрол сам.
У нас на БТРовских. Нормально, да? Вот так мы и ездим. Каждая Нива должна быть, к Ниве еще должен тягач быть. И тогда они нормально едут. Так, Джимик сам едет. А стоп левый не работает у меня. Плохо. А и повороты забыл суровым сказать, тоже не работают, кстати. Работали недавно. Да. Перестали. Так. Если ты хочешь к маме, то поедем домой вместе с мамой. И будешь с мамой дома. Так, все, все сами на ходу. Тебя развернуть теперь надо как-то. Серега. Давай. На вот этом пятачке попробуешь развернуться, где сейчас УАЗ стоит. Да, ты влево уходи, Сэм. Уходи влево, а он сюда попробует задом. Так. Серьезный автомобиль тут, и пилот жесткий. Ты влево уходи. Или он сам уже хочет? Хочет сам. Ты ж, блин, так ты драгрейсингом занимался в детстве, видно. Или чем там? Контраварийную подготовку проходил, я вижу. На велосипеде. А, на велосипеде учился. Игрушки деревянные. Я их догонял там по дороге вдоль железки. Бегали, сигнали, они тикают. Я их догнал, да? Догнал, да? Ого, тут хорошо может быть. Надо подождать, наверное. Или они краем пройдут. Они краем, наверное, пойдут. Бородач на встрече. С колесами. С колесами совсем по-другому. Ты развесовка не нужна уже, да? Да, такая тачка получилась. Жестко. О, Нива идет, смотри. Ну сюда же доехал. Сюда доехала, да. Беленькая. Тут полегче, нету такой глубины. И твердое дно есть. Так, патрол остался. Все отлично. Все поехали. Все доехали. Попробовал, не получилось из колеи выйти. Не получилось, право, да? Колеса вроде так вымерли, но пошпарил. Да ему не надо. Да, патрол на сильверах, хорошая техника.
не вопрос-то. Там еще и все блоки в той Ниве. Все, у него уже не шайся. Да, у него уже руки. Представляешь, если он блоки сделает? Что сделать? Блок, да, еще задний. Щедрый. Не, передний работает. А, так у него да-да-да. Закупать не надо. Тогда, конечно, будет вообще. Смотри, бородач киднеппингом занимается, детей ворует. Да, на одну семерку, видишь, денег не хватило на номер, все на резину ушло. Слепой еще на Унимоге только верхом не ездил. Это он делает инспекцию, как там, чтобы... А, проверяет, да? Обгоняем. Подрезает, да? Вот жаба, блин. Да, ну клиренс, конечно, вообще. Клиренс сумасшедший. Получилось, конечно. Как я Пашке помогал, резина такой надумал. Да, резина зачетная просто. Она и не сильно широкая, чтобы тяжело не было, да, чтобы не ломать ничего. На ней по трассе можно ехать? Да, говорит, по асфальту 50, на спидометре 70 по навигатору. Говорит, едешь под ним пальчиком, рулишь, отдыхаешь, говорит. Идеально вообще. Круто. Ну, 50, конечно, долго ехать. Не, 70 в реале. 50 на... Да. На 20 км, да. Я думал, это реально 50, у нас кто-то просто. Это вообще бомба. Ну, уже и пить. А, уже все. Малай. Малай будет говорить. На, включен. Ой, я что-то... Вот ты можешь сделать. Да. Там кнопка сверху. Прямо во время видео. Да, точно, смотри, малой рулит. Воу-воу-воу! Советскую технику решил хемец задавить. Нормально получилось, да? Что там, где все остальные? Слышишь? Макс тут. Где там едут Нивы? Ну да, тут уже не сложно. Нивы ждут. Не, там Нив такое количество, что они и впереди, и сзади, везде. Три впереди, одна сзади должна быть. Да? Да, вот одна Нива и этот. И патрол, да? Все. Видишь? Зеркала нет. На пилях есть люди. Да, есть. Я Ниву догнал. Ниву догнал, подрезал. Да, попросился сразу. Загорает. Вот это нормальная потуха. Нормальная. Море тут еще не выкопали, люди, блин. Рано легли. Стой, подожди, подожди, дай встать на ровно. У нас на БТРовских красиво. Нигде ты не застрял, да? Нигде не застрял.